Изменения в правительстве. Руководителем Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашии назначен экс-омбудсмен по защите прав предпринимателей Владимир Иванов. Соответствующее распоряжение подписал сегодня глава региона. И сегодня же Михаил Игнатьев освободил от должности министра здравоохранения Аллу Самойлову. Владимир Иванов был депутатом Чебоксарского городского собрания депутатов 4 и 5 созывов. Являлся советником главы Чувашской республики. В октябре 2013 года был назначен уполномоченным по защите прав предпринимателей в Чувашии. Михаил Игнатьев отметил, что кадровое решение принято с учетом заслуг и эффективной работы Владимира Иванова. Хочется пожелать эффективной работы. Мы в команде работали. Вы успешны. Гражданин Российской Федерации, достойный гражданин Российской Федерации, я рассчитываю на вас, что вы справитесь с возложенными обязанностями и оправдаете доверие. Будем работать как над модернизацией существующей сети, использованием новых технологий, и так и созданием новых транспортных магистралей для разгрузки существующих сетей. Работа, безусловно, интересная, и с учетом имеющихся технологий, я думаю, что и самое главное финансирование со стороны государства, которое расширяется благодаря дорожному фонду, думаю, что есть и ресурсы, и возможности для выполнения поставленных задач. Сегодня же подписан указ об отставке министра здравоохранения Аллы Самойловой. Минздрав она возглавляла с 2012 года. Временно исполнять обязанности руководителя ведомства будет заместитель министра Светлана Ананьева.